Я сказал или нет? Сколько можно продолжать эту ерунду? Я сейчас вырву эту, и я это держу ее. И сейчас пойдет граната, и я могу делать час эту гранату, если я набран полностью. И я иду сейчас, чтобы попасть как следует. Бах! Понятно? Если бах! Ух, как мне не нравится, что нас сейчас снимают. Ой, как мне это не нравится. Пили, болтали, она сидела. Игорь, прости, так как идет, в общем, правильно, попытайся, так сказать, рассказать обычный мужской анекдот. Такой, пошлый. Не рассказывай, не защищайся, там внутри у тебя есть защита. Это, знаешь, как, естественно, новый пилиат. Она говорит, можно, заходите ко мне и сказать чашку чая. Понимаешь, как обычно. Все как обычно, все пошло, как обычно. А в результате получается хрен знает что, проклятие и любовь. Понимаешь, именно как обычно, как, даже хуже, чем обычно, пошлее, чем обычно. Пожалуйста, вот расскажи, гадкую историю, пожалуйста. В полночь проводил ее домой, ну, она, как обычно. Я включу. Она мне предложила, как обычно, попошлее, до дома. Шутки ради согласился, но если она тоже примет участие в игре, комедия будет полной. Мы пили, болтали, она сидела на своей скромной студенческой кроватке. Мне захотелось заняться любовью. Как жаль, что она так безобразна, подумал я. Но это не объясняет мне, каким образом вы ее соблазнили. Та! Не я соблазнил ее. Сука! Это она меня соблазнила. Падение мужчины действует безотказно на любую женщину.